основной плюс данного робота в том, что он управляется дистанционно. То есть сам человек, сапер, непосредственно находится в зоне, так скажем, опасности повышенной. Дальность данного робота, оператора, от выполняемых работ около до километра, что, соответственно, гарантирует защиту его, безопасность. Управляется он с помощью данного носимого пульта управления посредством 4 видеокамер, расположенных 3 спереди, одна главная и 2 по бокам, и одна сзади камера. Поначалу давалось трудно, сложно, но потом со временем, с опытом приходило все. Основное его предназначение – это зачистка минных полей от взрывоопасных предметов, также проделывание проходов в данных минных полях, разбор завалов на каких-либо дорогах или участках местности, что в последующем также спасает жизни мирных граждан, населения, также тех же самых саперов. Основная особенность – это горная местность, склоны различные, крутые подъемы, завороты, что также слегка усложняет работу. Но привыкаем к чему-то.